Всем привет! И в этом видео я вам покажу, как выполняются стандартные упражнения гиревые, а именно толчок, рывок и толчок по длинному циклу. После разминки приступаем к выполнению упражнения. Первым упражнением сделаем рывок. Рывок выполняется одной рукой. Определенное количество раз в гиревом спорте дается 10 минут и одна попытка перехвата на другую руку. Можно начинать с левой, заканчивать упражнение правой рукой, либо наоборот. При выполнении рывка очень сильно работают ноги, поясница, и не забываем работать икрами. Второе упражнение – это толчок. Выполняется двумя гирями. Для мужчин норматив мастера спорта выполняется 32-ками, для женщин 24 килограмма. Приступим к выполнению. Рывок по длинному циклу выполняется так же, как толчок, только гири мы принимаем и опускаем вниз, выпрямляя руки, и, соответственно, поднимаем вверх. Это будет весь длинный цикл. Провели тренировку, выполнили рывок, толчок и толчок по длинному циклу. Что хотела сказать, что три вот этих упражнения в гиревом спорте, они являются не силовыми, а техническими. Если вы будете выполнять их на силу, вы не сделаете то большое количество раз, которое необходимо. Также большая работа выполняется поясницей и правильной работой ног. Только когда вы освоите эту технику правильного выполнения, вы начнете наращивать количество повторений. И изначально необходимо закрепить технику, а потом двигаться на увеличение. Всем пока. Смотрите следующее видео. Подписывайтесь на канал.